Губернатор Владимир Груздев и министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов с рабочей поездкой посетят сегодня Новомосковск. Запланировано посещение Института Российского химико-технологического университета имени Менделеева и участие в открытии детского сада номер 54. В Сокольническом доме культуры состоится встреча с жителями района. Адвокат Виктора Волкова Олег Панкратов назвал сегодня в Тульском областном суде Вячеслава Дудку лживым и изворотливым. Об этом защитник заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала ТВ-центр Тула. Панкратов считает бывшего губернатора полностью виновным в инкриминируемом ему преступлении. Иного мнения придерживаются адвокаты Вячеслава Дудки. Представитель прокуратуры на заседании в Тульском областном суде сегодня утром ходатайствовал о передаче дела Вячеслава Дудки и Виктора Волкова в Советский районный суд. Защита настаивает на том, чтобы слушания проводились в Тул-облсуде с участием коллегий присяжных заседателей. Суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Столкновение двигавшихся во встречном направлении автомобилей ВАЗ-2114 и Volkswagen Passat произошло на 12-м километре автодороги Тула-Новомосковск. В результате ВАЗ врезался в попутный микроавтобус Ивека. Водитель седана Volkswagen Passat допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении грузовиком МАН. Обстоятельства ДТП выясняются. Губернатор Владимир Груздев оказал поддержку сборной команде КВН Тульской области «Молодой человек», который примет участие в 24-м международном фестивале «Кивин-2013» в Сочи. Именно на «Кивине» жюри проверит уровень команд и готовность играть в КВН дальше. Туляки поборются с командами из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Латвии, Армении, Грузии, Кыргызстана и Израиля.